Проблема наркозависимости у подростков стоит очень остро, и, к сожалению, с каждым годом требуется все больше усилий для ее решения. В связи с этим администрация Кировского района при активном участии отдела молодежной политики, физической культуры и спорта провела сегодня научно-практическую конференцию, посвященную первичной профилактике наркомании в системе образования. В борьбе с распространением наркотиков должны объединиться три основные сферы влияния на подростка – семья, образовательные учреждения и досуговая организация. Сегодня мы должны подтвердить приоритет именно первичной профилактики злоупотребления наркотиками и иными психоактивными веществами. Мы должны признать, что первичная антинаркотическая профилактическая работа является прерогативой всех социальных структур, которые ближе всего находятся к ребенку и его семье. Чем больше занят подросток, тем меньше шансов у него познакомиться с наркотиками, считают участники конференции. Наша задача – это первичная профилактика, то есть не дать попробовать, не дать втянуться ребенку, подростку, человеку. Все наши мероприятия, которые организовывают цивилизованный досуг молодежи, спорт, подростковые клубы, все они направлены фактически на первичную профилактику различных зависимостей, в том числе и, конечно, наркотическую. Борясь с наркозависимостью, необходимо помнить, что в центре проблемы стоит конкретная личность. И только уделяя пристальное внимание каждому по отдельности, можно будет решить вопрос в целом.